А всякий раз, когда вы избегаете пугающую вас ситуацию, вы на самом деле подкрепляете свое иррациональное поведение, вот, потому что когда вы подходите к лифту, в котором вы боитесь подниматься, и говорите, что-то как-то, наверное, поднимусь по лестнице, заодно и спортом позанимаюсь. Вот. Звучит это все прекрасно, но на самом деле вы таким образом сообщаете своему мозгу, что вы спасли его от смерти. Вот. Потому что вы же не вошли в лифт, который вас собрался там внутри скушать. Вот. И вы получаете положительное подкрепление. Значит, вот не допускайте таких положительных подкреплений в виде способов избегания страха, как пугающих ситуаций. Как только вы сталкиваетесь с ситуацией, которая не должна в норме вас пугать, а вы избегаете ее, вы таким образом оказываете положительное подкрепление этому деструктивному условному рефлексу.